Это вчера, блядь, долбоёбы синий там, блядь, спецы, по-моему, 101-го ехали, блядь, коров стреляли с машины. Ёб синий, блядь, завалили две коровы, долбоёбы. Не на мясо, их нихуя не забрали, блядь, конченые. А, ну вчера, долбоёбы, ногу прострелили, блядь, на пятом посту, блядь, по синей дыне, это, блядь, сквозное, нахуй. Блядь, как обычно, ничего нахуй нового, блядь. Они брашки опились, блядь, из сивухи, нахуй, блядь. Что-то там на шестерых, они там бидон практически 30-литровый, там как-то умудрились выжрать там. Ну, в сутки бухали, короче. Вот, навезли сегодня отказников, блядь. Они вон окопы, вот прям на передке их, блядь, с миномета пи***шут, блядь. Они там, блядь, бегают, нахуй, окопы эти взрывают, блядь. У нас этот капитан наш приходил, а они типа отказники, они в бой отказались идти, сказали, мы не пойдем, блядь, всеми отделениями там. Ну, где-то 30 ебал, блядь. Так мы, блядь, перед ними, блядь, с ЭГС, как в норке, блядь, мы там уже сидим, блядь, пи***ц. Блядь, это вот прикол, блядь. Блядь, так все, у нас вот 30 числа по официальной информации, это не для никого секрет, что будет наступление. Они будут наступать или вы будете? Ну, ты сам понимаешь, это же с двух сторон все идет. Я так понимаю, что либо мы, либо они, блядь, посмотрим. Если будут просто отходить, либо мы будем отходить, разъебутся нахуй градами, блядь, и никто там ничего запоминать не будет, блядь. Да, вспоминай, правильно, как звали, да, да, пробегутся, кто быстро подготовку сделают сильную, блядь, и все, до свидания. Поэтому вот неизвестно, кто первый, блядь, либо мы, либо они, нахуй. Че, эти ДРГшники прилезают, там прощупывают? Ну вот на 9-м посту танк выезжал, блядь, ебал, нахуй, по этим, по позициям, по нашим, блядь, куда вот этот Хозяньков, блядь, сунули, нахуй. Приезжал танк, блядь, лупасил их всю ночь, блядь, наши его поймать не могли, блядь, хуй знает, поймали, не поймали, а хуй знает. А что там, снайпера хуярят? Нет, да, снайперов, тьфу-тьфу-тьфу, блядь, еще таких активистов не было, но вот это, я говорю, поляки пи***ы есть, вот, блядь, если этих завезут, хуил, как бы, ну да, там, блядь, могут и пи***ы. Да, ну тут видишь, просто если снайпер появится, тут разъебут нахуй все, хуй.